Эксклюзив в музее Бурылина. В выставочном зале открылась экспозиция «Клод Мане. Век импрессионизма». Здесь представлены цифровые художественные репродукции шести великих художников этого направления. Появление вообще импрессионизма, да, в живописи – это своего рода ответ на требования эпохи. Во второй половине XIX века появляется фотография, и у художников уже нет такой необходимости воспроизводить реальность в каких-то мелких деталях, которые можно разглядеть, например, с близкого расстояния. С этим прекрасно справлялась фотография. У художников в то время появилась новая цель – запечатлеть атмосферу момента, мимолетное впечатление. Художники научились передавать реальность в движении. Здесь игра света и тени, полет облаков, порывы ветра. Всего на выставке 50 удивительных полотен, много репродукций Клода Мане, одного из основателей импрессионизма. Клод Мане всегда говорил, что Венеция слишком красива, чтобы ее писать, но тем не менее, однажды, приняв приглашение друзей погостить, все же приступил к работе. Как результат, 37 потрясающих полотен. Вот репродукция одного из них – «Большой канал». По репродукции видно, что художник не придавал значения каким-то конструктивным элементам или архитектуре. Мане уделил внимание игре света и отражений на воде. Это тот самый момент, который не поймает ни один фотообъектив. Большинство полотен, репродукции из которых, да, мы здесь видим, они находятся в частных музеях, в частных коллекциях, да, в музеях по всему миру. И здесь сегодня... Благодаря вот необычной технике же клея, печать на холсте. Картины импрессионистов являются одними из самых ценных и дорогих в мире. Как рассказывают специалисты, цифровая репродукция – не имитация, а практически точное воспроизведение подлинника. Увидеть удивительные картины можно будет до 6 мая. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.